В Испании проходит один из самых старинных и зрелищных праздников – фестиваль Валенсии. Яркое событие сезона, которое с нетерпением ждут. Все жители и гости на две недели становятся актерами в грандиозном шоу. На этот раз также была представлена культура, достопримечательности Узбекистана и традиционные национальные костюмы. Как правило, туристы связывают Валенсию с двумя распространенными ассоциациями – знаменитой одноименной футбольной командой и золотым побережьем Средиземного моря. Оба варианта верны, но никто не ошибется, если добавит к этому списку любовь к вкусной еде, сиесте и уличным празднествам. Одним из важнейших событий для испанского народа является фестиваль, объединяющий общины мавров и представителей разных религий. В рамках фестиваля был организован парад, посвященный Узбекистану, а достопримечательности и национальные костюмы не оставили равнодушными участников. Замечательное выступление. Благодаря вам у меня была возможность ознакомиться с вашими традициями и обычаями. Мне очень понравилось. Особенно впечатлили разнообразные костюмы. Потрясающие танцы и песни Узбекистана завораживают. Ежегодно проводимый фестиваль и в этот раз собрал любителей национального искусства. В частности, в нем приняли участие 24 команды из Узбекистана. Участие более 2000 участников в национальных костюмах и узбекских тюбетейках произвело большое впечатление на зрителей. В свою очередь, это повышает не только интерес к нашим обычаям, но и турпотенциал Узбекистана. Я был в Узбекистане несколько раз. Древние города, как Самарканд, Хива, Бухара, навсегда остались в моей памяти. Вдохновленный визитом в вашу страну, я выбрал для участия в этом фестивале образ великого полководца Амира Тимура. В Испании много хороших воспоминаний о нем. Я горжусь, что изображаю великого человека.